Уходи. С этого момента мы чужие. Ладно. Как хочешь. Темп роста продаж 40%. Как это возможно? Что пошло не так? Что не так? Как же так? Ну как же так? Извините, простите. Дайте глянуть. Увеличились темпы? Нет. 40,1%. 40? Наших усилий оказалось недостаточно для достижения цели. Верно. Да. Эти ужасные боссы бесчеловечные. Разве они не могут забыть это и сжалиться над нами? Вот именно. Мы намного превзошли прошлые показатели. Почему же не достигли цели? Значит, я не смогу жениться. 50% — конечно недостижимая цель. Неважно, мы сделали все возможное. Мы ни о чем не сожалеем, верно? Да. Верно. F4 грозит распад. Неужели пути назад нет? Я не хочу терять работу. Нет, мне нужно позвонить Шуфей. Мы не так опытные, как директор Джен и Дон. Даже не получим выходное пособие. Хватит. Не волнуйтесь. Менеджеры ставят нереалистичные цели. Им не понять трудности простых людей. Какую ужасную идею придумала директор Ин. Она не может нами командовать. 50% достичь невозможно. Верно. Точно. Послушайте, нам лучше побыстрее найти другой выход. У нас будут проблемы, если мы не сможем найти работу позже. Кому нам тогда плакаться? Да. Хорошо, пойдем. Они могут уйти по собственному желанию, а нам что делать? Мы заключили договор с компанией. Они не отдадут нам наши контракты. Что нам теперь делать? Я тоже не знаю. Если компания откажется нас отпустить, придется просто ждать. Присоединившись к магазину на диване, я думала, мое будущее будет светлым. Неужели мы с Юаньбинем станем безработными? Что мне делать со свадьбой? Все в порядке, дядя. Я вообще не ожидал такого. Вы невероятны. Всего за 3 месяца повысили наши продажи на 40%. Это правда впечатляет. Конечно. Президент Зинь, благодарю за шанс проявить себя по полной. Я не так скромна, как менеджер Ю. Если честно, без мотивационной тактики продажи не выросли бы так быстро. Поэтому я принимаю вашу похвалу. Я оценил ваш характер. Но, президент Цзинь, несмотря на любезности, вы видели, как хорош магазин на диване. Надеюсь, вы не нарушите свое обещание. Не волнуйтесь.
Благодаря впечатляющему отчету продаж у меня достаточно причин убедить акционеров не увольнять ни одного сотрудника. И еще. Вот список, что вы дали мне ранее. Возвращаю его вам в целости и сохранности. Ни один ваш сотрудник не будет уволен. Что касается вас двоих, просто покажите, на что вы способны. Спасибо, президент Цзинь. Спасибо. Проработав здесь много лет, я не ожидала, что разочаруюсь в вас в такой момент. Вы сказали, что не достигнете цели, которую я поставила ради президента Цзиня, и что вы не справитесь. Это 50%, не 15%. Вот именно. Я думаю, мы старались изо всех сил. Точно. Мы будто рисковали жизнью. Нам даже не хотелось спать. Я думала тогда, если продажи увеличатся на 50%, я попрошу президента Цзиня повысить вас всех. Что? Повышение? Я все верно расслышала. Я тоже это слышала. Что происходит? Что это значит? Итак, что нам теперь делать? Что случилось? Что случилось? Свет выключили. Что происходит? Что такое? Подождите, менеджер Ю, вы даже шампанское принесли. Спасибо за вашу недавнюю тяжелую работу. Почему мы так скоро прощаемся? Я еще не готова. Мне правда жаль. Для поднятия боевого духа мы с директором Ин солгали вам, немного подняв план продаж. При всех ваших усилиях показатели продаж превысили 40%, а не 30%, что желал президент Цзинь. Что это значит? Что это значит? Это значит, президент Цзинь хотел 30%, а мы добились 40%. Мы эффективно достигли цели. Мне нужно тебе кое-что сказать. На днях ты спросила меня, нравятся ли мне воспоминания о тебе или Лин Фэй передо мной. Я думал об этом. Я люблю тебя и в воспоминаниях, и передо мной. Сижан, я люблю тебя. Я не хочу тебя терять. Думала, ты всегда останешься рядом, даже если я не признаюсь в любви. Извини. Дорогая, куда мы идем? Вон туда. Идем еще покупать? Да, идем. Как хочешь. Я уже так разоделся. Сижан, я немного проголодалась. Что хочешь? На первом этаже здания открылся ресторан с пельменями. Как насчет пельменей? Хорошо. Давно их не ела. Посмотри туда. Thank you.
Сделаем портрет. Дайте мне еще пару дней. Как появятся деньги, я заплачу. Я не бессердечная. Ты задолжала арендную плату за несколько месяцев. Мне нужно содержать семью. Если не заплатишь, я не прокормлю своего ребенка. Тогда я вычту арендную плату из залога. Если я не получу денег, быть в беде. Съезжай. Нет, тетя, послушайте, скоро я получу зарплату. Дайте еще пару дней. Прошу вас, не выгоняйте меня. Ты говорила это 3 месяца назад, но не заплатила ни копейки. Послушай, я не могу ждать и дня. Тогда иди. Уходи. Но куда мне идти? Госпожа Ли, что случилось? Не стой здесь, простудишься. И как? Мне помочь ей обустроиться? Отвезти к себе домой? Нет. Решит, я извращенец. Или дать ей денег? Нет, слишком резко. Когда речь идет о деньгах, это испортит мой имидж. Госпожа Ли, ты... Я хочу... Зови меня Сяо Тун. Нет, Сяо Тун. Могу сказать, у тебя проблемы. Скажи, если нуждаешься в помощи, не стесняйся. Джен, я пригласила тебя на свидание вслепую. Из-за Лантяня. Я понимаю. Я в курсе про вас. Разве вы не расстались? Зачем я только это сказал? Сяо Тун, на самом деле, я знаю. Брат Джен, одолжи мне немного денег. Я хочу найти дешевый отель для проживания. Как только получу зарплату, я сразу тебе все верну. Вот. Возьми. Возьми деньги. Я помогу тебе найти подходящее место для проживания. Выход есть всегда. Все разрешится. Спасибо. Возьми. Не волнуйтесь. Ждите хороших новостей. Мы обсудим, когда вернемся. Конечно. Если что-то понадобится, не стесняйтесь сказать. Спасибо за поддержку. Спасибо. Пожалуйста, мы угостим вас в другой раз. Хорошо. До свидания. Берегите себя. Что ж, поехали. Зачем ты мне позвонила? Отвези меня домой. Позвала, чтобы я стал твоим водителем? А что еще я могла? Ты могла такси взять. Скорее. Постарайся в будущем меньше пить. У меня нет выбора. Никто не может тебя заставить. Ты такой странный. Всегда вмешиваешься, куда не следует. А почему ты всегда делаешь то, чего не следует? И что такого я делаю? Ты позвонила мне. Так поздно. Какие у нас отношения? Болван. Что? Я сказала, что ты болван. Тебе интересно, какие у нас сейчас отношения? Я правда не могу тебя понять. Должна ли я признаться в любви? Или на словах признать наши отношения? Сколько нам лет? Мы что, играем телевизионную драму? Ты так остро реагируешь после того, как Матянтянь изменила тебе. Может, перестанешь упоминать ее? Я сейчас с тобой, а не с ней. Мы в отношениях?
Если бы мы были в телевизионной драме, было бы вот так. Директор Н, доброе утро. Доброе утро, директор. Прости, что порвала твою рубашку прошлой ночью. Я купила тебе новую. У них точно какая-то история. Вы двое так преданы делу? Не твое дело. Кто он для тебя? Он не обязан тебе об этом сообщать. Просто скажи, что тебе нужно. Я дам тебе все, что захочешь. Алло. Хорошо. Из Дона и директора Ин получилась такая мощная пара. Помнишь? Последний раз на парковке, когда Дон прижал Ин Юань к стене. Сегодня они обнародовали свои отношения. Открытые отношения директора Ин так сильно доминируют. Я восхищаюсь ею. Но почему Ма Цяньцянь всегда так активничает каждый раз? Ма Цяньцянь нравится Дон? Видимо, Дон очень популярен. Неудивительно, что у нее и директора Ин такая сильная обида. Вечные сражения. Неудивительно. Дженви. Эй. Брат. Ты беспокойный с самого утра. И все из-за Сяо Тун. Сяо Тун? Из-за Ли Сяо Тун, бывшей девушки директора Лана? Все, поддерживаешь с ней связь? Они расстались, между ними ничего нет. Подожди. Какие у вас с ней отношения? Ничего особенного. Я случайно увидел, как хозяйка выгнала ее из дома, потому что она не могла заплатить за аренду. Я дал ей денег и поселил ее в отеле. Я помог ей найти новое место жительства. Девушке опасно жить одной. Я хотел, пусть она переедет поближе к тому месту, где я живу. Тогда она была такой жалкой. Брат, подумай, разве у них с директором Ланом не произошел какой-то конфликт? Расставание — это нормально, но почему они ведут себя как враги? Откуда мне знать? Я имею в виду, Ли Сяо Тун пригласила тебя в прошлый раз. Может, это подстава? И почему-то случайно увидел, как ее выгнала хозяйка дома, и она заняла у тебя денег. Ты в своем уме это говоришь? Я беспокоюсь о тебе. Может, Ли Сяо Тун просто хочет денег? Хватит, просто заткнись. Как такая милая девушка могла меня обмануть? Я повидал на своем веку больше людей, она точно меня не обманет. Подожди, не злись. Я никуда не ухожу. Но тебе стоит пойти и спросить директора Лана, произошел ли у них какой-то конфликт. Может, они расстались с ней из-за того, что она обманула его? Ты зря обвиняешь ее. Почему так плохо думаешь о людях? Всё. Да ладно, без разницы. Не слушай меня. Как потерпишь неудачу, не говори, что я не предупреждал. Неблагодарный. Хорошо ли Сяо Тун спала прошлой ночью? У нее еще есть деньги?
Она выглядела неважно. Я должен купить ей еды. Поликлиническое отделение. Опухоль Ли Сяотун дала метастазы. Мы не могли с ней связаться, поэтому сообщили вам. Прошу прощения, почему Ли Сяотун не в номере 316? Госпожа Ли съехала. Съехала? Правда? Она оставила мне какое-то сообщение? Нет, я прошу прощения. Спасибо. У меня есть вопрос. Какой? Ты знаешь, куда пошла Ли Сяотун? Ли Сяотун? Откуда мне знать? Хозяйка выгнала Ли Сяотун вчера ночью. Без денег. Без моей помощи ей некуда было пойти. Она выглядела такой жалкой. Это разбивает мне сердце. О нет. Пойдет ли она на какие-то крайние меры? Куда ты идешь? Прошу прощения. Извините. Вы в порядке? Извините. Когда поставили диагноз? Давно. Как давно? Это было до или после того, как ты молча ушла? Или... даже до того, как я сделал тебе предложение? Разбираться в этом бесполезно. Да. Даже если ты расскажешь мне все, ничего не изменится. Когда я был рядом с тобой, ты решила уйти. Так почему обращаешься ко мне сейчас? Мне больше некуда идти. Когда человек теряет все, и его жизнь угасает, единственное, чего он хочет, Лантянь, ты не я. Ты не знаешь, через что мне пришлось пройти. Сейчас у меня ничего нет. Единственное, чего я не могу потерять, это тебя. Ли Сяотун, знаешь, насколько ты эгоистична? Знаю. Ты вернулся? Присаживайся. Выйди со мной, надо поговорить. О. Она... а? Это что, Ли Сяотун? Ей некуда идти, поэтому она поживет здесь несколько дней. Ты съедешь на время. Подожди. Уместно ли вам, двоим мужчине и женщине, оказаться наедине? Лантянь, вот ты какой. Не могу поверить, что ты привел свою бывшую домой. Не зашел ли ты слишком далеко? Как это объяснишь, Шуфей?
Я объясню. Разве не рад будешь жить, сын Юань? Нет, это другой случай. О чем вы говорите? Шоу. Верно. Я купила много еды. Давайте поедим. Подожди. Давай поедим у тебя. Мы с Доном принесем пиво. Почему? Кондиционер тратит мое электричество. 2, 1, заходим. Заходите скорее. У меня не было возможности сказать. Шуфэй! Лантянь! Иди за ней! Скорее! Ждите! Скорее! Все нормально. Шуфэй, не сердись! Шуфэй! Не злись, умоляю тебя. Почему я не могу злиться? Ты зашел слишком далеко. Выслушай мое объяснение, я сам не ожидал. Хозяйка дома выгнала ее, ей некуда идти. Это что, правда? Почему? Она работала переводчиком в издательстве. Там задерживают зарплату. Ее выгнали, потому что она не могла заплатить за аренду. Тогда почему она пришла к тебе? У нее нет друзей? Почему не обратилась к друзьям? Как ты можешь оставаться с ней наедине? Она твоя бывшая девушка. Это все в прошлом. Шуфэй, у нее правда нет друзей. Прошу, поверь мне. Я обещаю, что не буду с ней жить. Я буду жить у тебя. А я согласилась? Еще нет. Тогда я уйду. Кто сказал, что ты можешь уйти? Не злись. Пусть она останется на несколько дней, пока не найдет места. Но почему? Ты такая добросердечная. Если вышвырнем ее, ты не почувствуешь себя виноватой? Обещаю отправить ее, как только она найдет место. Обещаю на мизинцах. Алло? Понял. Кто тебе звонил? Подожди. Просто свет отключили. Все будет хорошо. Извини, я тебя побеспокоила. Я приму этот звонок. Алло? Да что такое? Да будет свет. У нее скачки электричества, у меня лампочка перегорела. Я правда не знаю. Иди сюда, обнимемся. Что я еще могу сделать для тебя? Давай будем обниматься вот так. Не уходи. Шуфэй. Ладно, ладно, ладно. Узнай, чего она хочет. Алло. Почему нет горячей воды? Нет горячей воды? Ты... Я включил горячую воду. Твоя девушка злится? Она не будет злиться. Я пойду. Лантянь, ты не будешь здесь жить?
Это неуместно. Я буду спать у Шуфэй. Спокойной ночи. Как бы сказать? Я пришел за камерой. За какой камерой? Это... Тебе пришлось взять все свои вещи? Лантянь выгнал тебя? Я чуть не забыл. Ты сказал, что останешься здесь. На несколько дней, так? Не может быть. Как он, взрослый человек, может здесь жить? Но кто привел его к нам домой в тот день? Брат. Ты явно не хотела, чтобы он уходил. Ладно, оставайся здесь сегодня. Хорошо. Как только я найду место, я съеду. И где ты будешь спать? В моем доме. Я могу спать на диване. Он предназначен для сидения. Или можешь спать на полу в моей комнате. Ты что-то с чем-то. Не ожидал, что справишься с моей сестрой. Боже мой! Ты что, не спала всю ночь? Конечно. Не следи я за тобой. Ты бы пошел по соседству ради кое-кого. Шуфэй, я здесь. Она скоро съедет. Не мучай себя. Я не хочу, чтобы так было, но не могу не волноваться. Поверь мне. Встань и вымой лицо. Я переоденусь. Время завтрака. Ты вернешься? Я пойду с тобой. Скорее. Почему ты так беспокоишься? Я не беспокоюсь. Я просто крепко держу тебя из-за страха, что тебя схватят. Шуфэй, подожди меня. Шуфэй, я не знал, что она будет спать в моей комнате. Как ты мог этого не знать? Она спит в твоей постели. Я хотел, чтобы она жила в гостевой комнате. Я правда не ожидал, что она будет спать в моей спальне. Все было поспешно, у меня не было времени сказать ей. Это моя вина, не злись. А я злюсь. Она спит на твоей кровати. Чего еще она хочет? С таким успехом можешь быть с ней. Оставь меня. Шуфэй. Я думаю, мне лучше съехать. Хватит, зайди в дом. Он зашел слишком далеко. Разрешить спать на его кровати? Она из тех, кто вовлечен в сложные отношения. Между ним и Сяо Тун все кончено. Он приютил ее, вероятно, потому что ей больше некуда было пойти. Почему она не пошла в отель? Зачем он привел ее домой? Ты не рассердилась бы, отвези он Сяо Тун в отель. Это было бы еще подозрительнее. Мужчины заступаются друг за друга. Я констатирую факты. Он привез ее домой и познакомил с Шуфэй. Показатели его искренности и честности. Какой еще искренности?
Он привел ее домой без моего разрешения. Это все равно, что заставить меня сдаться. Сдаться? Как его девушка, ты должна стойко выдержать это. Как мне с этим справиться? Ты виделась с Ли Сяотун? Как ты себя чувствуешь? Ужасно. Увидев ее у него дома, я ушла в гневе. То же самое было и сейчас. Увидев ее, лежащей на его кровати, я чуть не взорвалась от злости. Это был очень неразумный шаг. Фэй-фэй, не принимай безрассудных решений. Это женские дела, не вмешивайся. Поскольку она пока не может уехать, ты можешь сыграть с ней в игру. Сыграть в игру с ней? Когда вернешься, держи себя в руках. Тебе придется скрыть свою боль. Если разозлишься, он сочтет тебя неразумной и еще больше пожалеет Ли Сяотун. Пара не настолько просчитывает все. Ты прав, пара может любить друг друга свободно. Но теперь появилась Ли Сяотун, их уже трое. Ты внезапно научила Шу Фэй, боюсь, у нее не будет времени запомнить. Но ей придется научиться. Теперь ей придется повзрослеть, иначе она всегда будет страдать. Фэй-фэй, ты так добра ко мне. Старший, если когда-то посмеешь причинить вред Фэй, я тебя не пощажу. Я не посмею, сдаюсь. Помнишь, что я тебе сказала? Вернувшись домой, несмотря ни на что, не позволяй ей остаться. В худшем случае она может остаться у нас дома. Я поняла. Не плачь. Все еще не дозвонился? Мы привезли Шу Фэй. Присядем? Давно не виделись. Давно не виделись. Шу Фэй, почему не отвечала на мои звонки? Я не взяла телефон. Присаживайтесь. Берите фрукты. Я знаю. Скорее. Сяотун, Лантянь рассказал мне о твоей ситуации. Думаю, девушке неудобно здесь оставаться. Может, останешься у меня дома? Есть свободная комната. Я тебя не побеспокою? Нисколько. Раньше я жила в той комнате, но сейчас она свободна. Ты останешься всего на несколько дней, верно? Не беспокойтесь о переезде. Сяотун, поиск места, занятие не одного или двух дней. Остаться у Шу Фэй — хорошая идея, они рады тебе. Да, поживи со мной. Спасибо. Тогда собирайся. Пойдем прямо сейчас. О чем ты думаешь? А ты не приходи ко мне, пока она не съедет. Это комната Фэй-Фэй. Можешь жить здесь. И еще. Можешь брать еду и напитки из холодильника, если голодная. Да, и еще, это моя чашка, а это Лантяня.
Бери любые, кроме этих. Садись. Он купил ее специально для меня. Можешь брать остальные подушки, кроме этой. Просто скажи, если тебе что-то понадобится. Со мной проще поговорить, чем с ним. Ты такая милая. Неудивительно, что он так тебя любит. Шуфэй рассказала нам о твоей ситуации. Хоть тебе и тяжело, но у кого нет трудностей? Просто обустройся здесь. Я хорошо знакома с этим районом, так что проблем не будет. Я чуть не забыла, ты его бывшая девушка. Но это было давно, и многое изменилось. Теперь все по-другому. Шуфэй, теперь здесь твое место. Расскажи ей, какова разница между прошлым и настоящим. Спасибо, что приютили. Как только я найду жилье, я съеду. Госпожа Ли, что именно ты ищешь? Я попрошу друзей помочь. Мой бюджет не очень велик, поэтому я справлюсь сама. Все нормально. Больше людей, больше сил. Раньше съедешь и не будешь полагаться на других. Нет, спасибо. Лантянь просил не спешить, поэтому я сначала обустроюсь. Конечно, он не спешит. Ты не Лантянь. Послушай. Лантянь и Шуфэй каждый день влюблены друг в друга. Я бы не выдержала и съехала. Фэй-фэй, это правда. Не вини, что я не напоминала. Они проявляют телячьи нежности, не обращая внимания на других. Если ты не хочешь, чтобы я осталась здесь, могу съехать прямо сейчас. Мы не это имели в виду. Не пойми неправильно. Фэй-фэй здесь больше не живет. Оставайся сколько захочешь. Я не возражаю. Шуфэй, ты такая милая. Вот же. Что смешного? Почему ты не сказал мне о ее плане? Они двое следили за мной, это было невозможно. Разве Шуфэй пришла бы в голову такая идея без твоей Линфэй?